Чувашии обсудили возможности модернизации системы освещения. Совещание провел в Рио главу Чувашии Олег Николаев с представителями Международной светотехнической корпорации BL Group. Современные технологии, предлагаемые корпорацией, позволят в разы сократить расходы на электроэнергию и в то же время не экономить на освещении улиц ночью. Сотрудничество Чувашии с крупнейшей корпорацией может стать еще одним примером государственно-частного партнерства. Инвесторы предложили разработать в республике комплексную программу модернизации систем уличного освещения и не только. Мы можем очень быстро провести модернизацию света во всех учреждениях образования, культуры, здравоохранения, социальных учреждениях и добиться не только энергетической эффективности, но еще и обеспечить нормативность освещенности. Концессия – дело не быстрое, но у нас есть в том числе юридические механизмы, которые позволят, скажем, скомпоновать вначале, например, лизинговую схему и потом ее заместить концессией. Потому что концессия, она позволяет не только поменять свет, но и создать новый свет и сделать весь необходимый ремонт всей системы. Преимущество новейшего умного освещения – длительный срок службы и простота в техобслуживании. Мне кажется, то, что вы предлагаете, это очень здорово, современно и может быть полезно для наших городов, прежде всего столицы. Сегодня Чебоксары тратят на освещение около 100 миллионов рублей в год. И это не считая содержания сети. В Рио главы Чувашии Олег Николаев отметил, предложение холдинга будет прорабатываться. Рифат Фаткулин, Республика.